Ну, раз все нормально, погнали дальше. Так, во-первых, нам нужно покинуть порт. Окей, да. И, кстати, у нас наконец-то в сборе все игровые персонажи. Так. Солар. Ну, за это нет. Так. Собственно, у нас вся пати в сборе. Скажем так, все игровые персонажи. Вроде бы. Да, все. Теперь можно нормально пати составить и... Ну, я уже больше привык вот к этому, так что возьмем его. Ну что ж, теперь можно идти дальше. В хороших руках. Давайте посмотрим, что там за скит основной. Роуэн, Дроссель-сан о хитори ни счатте дайджобу нано? Роэн, а Дроссел, что осталось дома одна, с ней все нормально будет? Эй, о жо сама но соба ни иру но ва ваташи даке дева аримасен кара. Ну, конечно, уверяю тебя, или вас. Я не единственный, кто присматривал за ней. 長年シャール家に仕えている人たちやカラハシャールの人々が。Слуги дома Шарла служат этой семье уже в течение многих лет. И местные жители Карака Шарла всегда поддерживают. お嬢様を支えてくれています。これもクレイン様の人徳のおかげ。И как госпоже, также все относятся благодаря справедливому руководству господина Клайна. И не только. Дроссель сама очень сильно старалась для своей страны. Она такая здоровская, неудивительно, что она является другом Элли. Хай, диман но ожо сама дес. Да, мы действительно очень гордимся нашей молодой госпоже. Бок тачи мо Дроссель сан ни макераре най не. Тогда давайте мы сделаем так, чтобы Дроссел гордилась нами. Окей. О, господи, да что, опять? Хорошо, ребят, давайте погнали. Оре? А? Мино? Ребят? Маттео, Джудо! Да подожди ты, Джуд. Лея, хасиру но осоку наттан джанай? Лея, ты что, быстрее не можешь? Джудо га хаяку наттан да йо. Джуд, ты что так спешишь-то? Ваташи мо соу му. Да, я согласна. Сли. Вот как. Куяси! Ужасно! Унижать Джуда в то время, как мы играли в какие-то игры вдвоем, это был моим любимым хобби, занятием. Да уж, она, конечно, назвала это игрой. Но когда Лия находила меня, она всегда это щекочила все тело. Сорамомо, как оно эко, да не? Да, похоже, эти воспоминания навсегда останутся. Лия, акирамеру но хаязо, аши но хаяса ва оёбанактому. Лия, не нужно сдаваться так быстро. Всегда есть альтернативный способ как-нибудь заманить Джуда. Фаербол! О, господи! Ты что делаешь? Есть! Видишь, очень много способов его поймать. Даже без физического контакта.
Точно! Ты права! Спасибо, Мила! Ой, что же я натворила? Нужно было просто... Просто дать ей меня причкатать. Ему хранты. Лея, Соня сенсей и оджисан ни найшо де Рурондо удетан дешо? Лея, это нормально, что ты ушла из Рурондо, не попрощавшись с... Ну, с твоим родителем, короче. Ичидо ие ни кайтта хога йоку най? Соня сенсей, китто имагоро. Может, тебе стоит вернуться домой и увидеть, как они там, а? Ну, Соня сенсей точно твоя мама. А точно там все дымит. Слушайте, а хотите увидеть, как мама Лей будет, точнее, захочет сейчас избить ее? Погнали. Мы можем пойти, по-моему. Да? Погнали. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Так, клиника, гостиница, вот она. Вовремя. О, добро пожаловать. Ну что ж, мы дома. Я дома. Вот это, кстати, круто, то, что, блин, заговорили об этом, что можно и... Возможно, что-то с этим будет. И можно не идти дальше по сюжету, а вернуться обратно и увидеть, что будет. А сейчас увидим, что будет. Фу, слава богу. Никого тут нету. А чего ты так испугалась-то? Боишься? Разве это не твой собственный дом? Я просто ушла, никому не сказав... Ничего, я не попрощавшись. Если меня увидит, то я получу такой нагоняй. Ты права. Мам. А? Откуда вы там появились? Ни единого знака присутствия не было вашего. Ну, просто Соня Сенсей, она обладает хорошим боевым искусством. Лея, анта ты куа? Дорехуду симпайшта ка вакаттеру но? Лея, ты хоть имеешь понятие, как мы беспокоились, где ты была? Отосан нанка, наичатте тайхен датта но йо? Твой отец, короче, столько рыдал. Гумен назай! Извини. Матте куре. Подождите. Сенсей. Лея ва боктачи о таскеёто. Сенсей, Лея просто пыталась помочь нам. Джудо мо Мира мо. Амаякасу то, коно ко ва чоуши ни нору тте шиттеру дешо. Джуд, Мила, вы должны знать лучше. Позволяя слишком много ребенку с утра пораньше. Все это превратится в хаос позже. Гомен насай. Простить. Сумана. Извиняюсь. Ма-ма, ойкари ва гомоттому деса, Лея-сан ва ваташи га секинин о мотте. Успокойтесь, успокойтесь. Я полностью понимаю ваш гнев, но будьте уверен. Я принял на себя полную ответственность за Лея, пока... Аната мо десу йо! Кодому но вагамаму шикару но га отона но шигото дешо. Вас этого тоже касается, причем вдвойне. Чтобы дети были дисциплинированы. Это и ваш долг, как взрослого. Она даже на место положила Ильберта. Молодца, мама. Похоже, вам всем нужно преподать хорошенький урок.
Так, быстро построились в ряды, слушайте сюда. О, господи. Вообще, мама Маша рулит. Привет, Сократ. Привет, привет всем. Мы решили вернуться в дом. В дом Леи, который она убежала, точнее, да, домой и, собственно... Ну... Круто, 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 круто. Ладно. Хорошо, но все распущены. Я дам вам уйти с крючка в этот раз. Вообще-то, ладно, не важно. Масака, осеккёга корехода нагаку цузукуто. Я никогда не думала, что такой... Блин. Смотрю, тут весело, да. Я никогда не думала, что вот из такого нагоня... такой нагоняй может... Честно говоря, для меня это прямо навевает воспоминания. Поверьте, нам действительно повезло, это было чудо, то что мама так легко с нами обошлась. Обычно она жестче. А то. Но, слушай, Лея, разве это не означает, что в будущем ты больше не сможешь нам составить компанию? Да ни за что! Мне все равно, насколько она разозлится, но я все равно пойду с вами. Лея. Лучше бы так и сделала. Если ты сдашься сейчас, то тогда больше неприятностей потом у тебя будет. Мам? Я тебя прочитала лекцию только потому, что ты ушла из дома, ничего не сказав нам. Если ты решила это сделать, то должна идти до самого конца. Этого я от тебя ожидаю. Да. Ну тогда я пошла. Слава богу, Лея. Ребят, моя дочь, конечно, наверное, глупа и так далее, но я рассчитываю на вас. Мам, не нужно быть настолько сентиментальной, я же не замуж ухожу. Хотя последний кусок вообще тут лишний. Ну ладно. Так. Ну, окей, это было забавно. Да, порт действительно прекрасен на закате. Да, действительно, в этом есть нечто особое. Когда я вижу, что небо сверкает таким ярко-красным цветом, все мои плохие воспоминания прямо как будто уходят. Просто пытайся не забывать ничего важного. У тебя скид, знаю. Да. А у тебя спина... Хотя нет. Ладно, не важно. Ладно. Вот там. Ладно, продолжим сюжет. Ну, кстати, если попытаться вернуться в старые места, то можно еще что-нибудь найти интересненького. Ну, ладно. На. Эй, а разве мы недалеко от Ниакери?
А, точно. Йотте канакте ино? Не хочешь зайти туда по пути? Има мура ни ёва най. Нанико икитай ваке демо ару но ка? Дел вроде у меня никаких там нет. А что, тебе нужно туда? Ио. Да, нет. Минна отаку о симпай ште кайри о мачиабитеру ка томатте са. Просто подумал, что все местные жители, может быть, беспокоятся насчет того. Они же тебе поклоняются, в конце концов. Мура о кинитакете куреру но аригатай га. Има ва исугитай. Я, конечно, ценю все твое беспокойство о них, но у нас сейчас нет времени на это. Дева, Лакорум Кайто у Китая Сумто Шанду Тойо Начина Аримас. Вот как правильно. Однако, если мы пойдем по главной дороге Лакорум на юге, то дойдем до города, что называется まずはそこを目指しましょう. Поэтому нам стоит сперва направиться туда. Матта. Соно кайдо отте. Стойте. Лакорум но нуши те ябай мамоно га сусубос сурун жа накатта. А что насчёт монстров, что находится на этой главной дороге? Там есть монстр, которого он называет господином Лакорум. Оля, ёку гозонжи де. Десу га гоаншин о. Лакорум но нуши мо рейсэй но эйкё о укэру мамоно. Я вижу, ты очень хорошо проинформирован. Но можешь не переживать. Лорд Лакорум. Это дикий спирит Клин? Что, серьезно? Короче, такой же монстр, как и все остальные, который появился в результате духовного клина. Ланоум не хайта коножики ва кацдо о ёвамете ите кайдо маде детекуру кото ва най дешо. Поскольку мы сейчас перешли в Рагнум, я думаю, что он на нас не нападет. Даттеса, Алувин-кун, бибиру хицио най ё. Слышал, Алвин-кун, теперь не о чем беспокоиться. Бец не бибитте найте. Не думайте, что я буду спать крепче, когда увижу этого монстра. Сорежа, икока. Хорошо, тогда пошли. Чё-то, ну, мы с ним сразимся, точно. Второе будет. Только вот когда, это уже посмотрим. Как бы, это и есть основная причина, почему эта игра вообще попала в список. Потому что я хочу вторую перепройти больше. Но стримить вторую без первой нет смысла. Хотя, как я вижу, можно было и стримить, потому что сам срать. それにしても... Мира-сан の影響を用いない精霊術には驚かされますね. Я всегда удивляюсь, как вы, Мила-сан, можете менять духовный канал, скажем так, без необходимости выполнять заклинания. 驚くほどのことなのか? А что в этом есть? Что-то удивительное, что ли? そりゃ... 普通の人には無理だし. Видишь ли, ни один нормальный человек этого не может сделать. 精霊術の影響は、いわば精霊と取引するための契約書ですから. Когда создается этот духовный, этот канал с духом, заклинание выступает в качестве контракта между двумя сторонами. Итай, то я те сэйрэйто кэйяку штэрун деско? Поэтому как ты меняешь постоянно эти духовные каналы без контракта?
特別なことはしていないぞ。精霊に渡すマナに。Я ничего особого вроде бы не делаю. Когда я отдаю свою ману духам, я просто наполняюсь своими желаниями. Цубекобе ивазу джуцу о ханате! А ну возьми вся в руки и начинай использовать искусство уже! И никаких разговоров. という意思を込めているだけだ。ну или типа, ну типа того. それって契約じゃなくて。Это вообще не похоже на заключение контракта. 脅迫じゃないですか。 Это больше на угрозу похоже. 甘やかすのは良くないだろう。 精霊も人もな。 Ну это не хорошо, конечно, для людей. Будь то духи, то люди. Ай, ですよね. Я хари одорок беки ва. Да, довольно удивительно это все действительно. Мира зисин да не. Ну, разве это не мило? Понятно, значит, что у нее какие отношения с духами. Она им угрожает. Убью нафиг, если не дашь мне свою силу. А чё, тоже можно? Почему бы и нет? Да, вторую часть не достримили. Потому что ее смотрело два человека, вот как сейчас первую. Поэтому я плюнул на все это и ушел. Похоже, опять то же самое случится. Да, очень романтично. Там за воспоминания. Не знаю, по какой-то причине закат всегда навевает такие воспоминания с тех пор, когда я была маленькой. Для меня это море, океан. Звук... бьющихся волн, скажем так, прямо наводит воспоминания. Интересно. Они воздействуют на меня тоже самое. Мила, у тебя тоже есть детские воспоминания? Ну, конечно же, у меня есть. Я что, не как все, что ли? Хотел бы я услышать. Ну, если будет такая возможность, то я поделюсь. Если появится возможность, типа, когда? Бьющиеся волны на закате. Ах ты ж срань! Здорово. Так. У меня тут пара очков есть. А, у Алвина. Ничего себе. А, ну да, он же уходил, и даже забыл. О, Лиза. Точно. Окей. Ровно.
Так, погнали. Слушайте, давайте немного изменим внешний вид. Есть пару идей. Блин, я не могу найти одного костюма. Одень всех в костюм Санта. Да. Может, он не активирован? Сейчас я посмотрю. Так, школа, мы, да. Надо его скачать снова, что ли. Хотя странно, он не мог вылететь. Вот он. Да, вот он. Блин, хорош. Тут можно и прически, кстати, менять, если кто забыл. Стоп, а между Дива и оригиналом есть разница? Я ее не вижу. Зеленые. Вот это, кстати, забавно. Мейты. О, господи. Так. О, господи. О, да, тут можно, конечно, хороший костюм все-таки собрать. Ладно, и так сойдет. Ну, нормально же. Особенно, да, вообще нормально. Такой обувью, тем более. Ломик. И почему же это тебе напоминает ломик? Странно. Кстати, эта хрень у нее на заднице, она светится, кстати. Юяке зоро о мите то. Назака ие га койшику нару ё на. На каблуках. Че, нормально? Привет, вы. О, там скит. Так, Меган, о второй части лучше сейчас ничего не говори. Пусть останется секретом для тех пару людей, которые ее не видели. Ай, блин, скип, ладно, пофиг. Вторая часть там вообще все весело, там куча всего. Алвин, ты письмо ждешь, что ли? А? Ай, блин. Да, я видела раньше.
как он использовал головы для того, чтобы послать письмо. У него, похоже, девушка какая-то есть. Извиняйте. Я тут отойду на немного, а сейчас вернусь. Вы пока что костер зажгите. Хотя, стоп, какой костер? Просто привал устроить маленький. Не, Мира. Эй, Мила. Майни, Ибару не азкета моно га атта дешо. Аре те кенкюжо кара мотте кита моно. Ты что-то дала Ивару, верно? И это что-то является той вещью, что ты украла в лаборатории? О, аре ва Крусник но яри во угокасу таме но джин. Да, это была джина, что используется для активации копья Крешника. Аре га? То? Соннано, Мира га мотте накуте йокатта но? Мила, почему ты не оставил ее у себя? Нормально? Мусиро, ано джин о мотта мама Крусник но яри ни чикадзуку хоу га кикен да. Все нормально, потому что если я буду ближе приближаться к копью Крешника с этим ключом... Сокко. Сокко мусиренане. Вот как. Ну да, ты лучше все знаешь. Однако все равно есть одна проблема. Круг, что схватил и поглотил четырех великих, я думаю, что он был создан силой джин. И для того, чтобы их выпустить, мне понадобится такой же сильный круг создать. То есть, другими словами, для того, чтобы спасти четырех великих духов, тебе понадобится джин. Ну и, возможно, мне понадобится сила четырех великих для того, чтобы уничтожить копье Крешника тоже. Доно таймингу де Ибару кара каги о укетору ка га мондай ни нару даро. Самый важный вопрос, когда наступит тот момент, то время, когда мне придется вернуть этот ключ у Ивару. Не, джин ва джюцу о цукау моно нано? Крусник но яри о угокасу моно жа най но? Эй, а разве это не значит, что ты можешь использовать джин также для... ну... каста навыков? А не только... а не только для копья Крешника. Содано. Точнее, призыв. Татоева, Ирфан ни ару гайро то. Ух. Ну, самый простой способ все это объяснить. Помнишь освещение в Илфане? Нинген ва аре о сэйрэй джуцу де томоштейру. Коно тэйдо де ареба дарэ ни демо декиру. Люди зажигают его с помощью духовного искусства. Тут нет ничего особого, даже ребенок может это сделать. Но что случится, когда понадобится более сильное духовное искусство? Все равно мне не нравится этот термин, но ладно. Для того, чтобы закастовать нечто более сильное, кто-нибудь с достаточно гейт маной будет достаточно. Чем больше... Блин, я забыл слово. Чем больше маны, короче, тем сильнее будет использованный навык. Доредаке гейто кара мана о дасеру ка де кимаччау не. Хито о эрабу кана?
Сколько гейтмана определяется при рождении? Точнее, сколько маны в гейте? И оно останется неизменным, типа, никогда. Именно. Это один из законов Лизи и Макси. Однако сила джин не зависит от призывателя. Призыватель джина может дать достаточно силы как малым, так и большим объектам, например, как копье Кришны. Обычно количество маны должно быть ограничено или является ограниченным. Да, но звучит как очень полезная вещь. Полезная, но в то же время и опасная. А с такой силой каждый сможет захватить себе четырех великих. И любой сможет использовать эту силу, чтобы убивать друг друга. Как создание копья Кришны, например. Короче, те, кто не поняли, чем больше способность хранить мана и в человеке, тем больше он может сделать, и это может повлиять как и негативно, так и позитивно. Все это очень плохо. Но если придумать устройство, которое сможет всосать в себе много маны, это будет еще хуже. Собственно, по такому принципу и построено копье Кришника. В любом случае, нам стоит идти. Она права в одном. Такое оружие, как копье Кришника, должно быть уничтожено. Однако джин сам по себе действительно такая же плохая вещь. Так, големология 101. Так. Сегер, да все у нее нормально, че? Да, все нормально. У меня фигурка рядом находится, вроде бы все нормально. Элизева, вот я трогаю. Голем но кото йоку шиттета на. Чино сейрега нанто катте. Элиза, а ты, похоже, очень много знаешь о големах. Ты ранее говорила кое-что о духов земли. Големова, Рашигаргунга, Чино Сейрежуцуде, Цкутта, Чинко Мамоноте. Големы являются искусственно созданными существами Лашагой через канал духов земли. Особенно лесено накадешка угокенай, кедо, сгоку катакуте цуйин десьо. Они могут быть активными, работать только в определенном спиритическом, духовном климате. Но они будут очень сильными. Оу, серьезно? Это страшно. Разве она не умничка, а? Хоть она это все услышала у Роуэна. Нанда, укеурико. Блин. Так значит, она все у него узнала. Элизе-сан ва дзутто канкакуде джуцу о цукатте ките, сейшики ни сейрей джуцу но чишики о мананда кото ва най но дес. Элиза познала духовное искусство через свою интуицию в одиночку.
Так что она... ненадлежащим образом изучила этот вопрос. Однако, после того, как она чему-то учится, ее способность вспомнить это весьма впечатляет. Я выучил много других вещей тоже. Выучила много вещей еще. Как, например, что Илфан защищен с севера, с юга големами. Големами, короче. И дорога Фесбел. Она, короче, очень хорошо оборонена. Вот оно. Эй, а вот эта хрень, которую только что сказала, можешь сказать мне, что значит? Возможно, настало время, чтобы мы расширили наши уроки или вышли за пределами наших уроков по духовному искусству. Да, духовному искусству. Привет, Фу. Че грампуешь? Как бы... Мила. А ты действительно Максвелл? Да, я вам не говорил об этом ранее. О нет, она не человек, как страшно! Она тану кукурону цио саму. Но увидев чрезвычайную силу решимости Милы, у меня после этого нет никаких проблем полагать, что это действительно правда. Но, слушай, как это ты выглядишь так нормально? Я приняла физическую форму, используя элементы в организме человека как катализатор. Хотя это оказался недоделанный сосуд со многими ограничениями. Таким образом, это значит, что Мила является Максвеллом в человеческом теле. Да, но это не меняет того факта, что Мила — это Мила. Так что, неважно всё. Это немного пугает все же. А разве вы не знали всегда, что Мила очень страшная в гневе? А, точно. Они боятся меня? Или же это знак уважения с их стороны? Ну, думаю, то и другое. Привет, Флемис. Сосуд, блин, они... Сосуд, господи. Я никогда раньше не путешествовал так вглубь Аджула. Я тоже. Насчет Аджула я очень мало знаю. В сравнении с Лашурагой. Ну, если у кого-нибудь есть какие-то вопросы, задавайте. На самом деле, я тут приходил пару раз. Потому что у тебя девушка в Аджуле, да? Как я обожаю эту игру. По работе, по работе. Господи, я за Смайл Калила скоро буду банить, серьезно.
Однако я встретил несколько девушек в тот момент, когда выполнял свой долг. И большинство отказали. На, шожики, Мира но куай ва доу нанда? Эй, как мило, что там доктор говорил? Как доктор, скажи нам. Я понимаю, что это устройство довольно передовое, совершенное. Однако я даже не мог представить, что она сможет залечить такие жесткие группы, короче, жесткие раны за такое маленькое время. Ну, на самом деле, когда впервые Рёджунтекс был применен, он вызвал такую боль, что она отрубилась. Но теперь, когда она больше его использовала, она может терпеть его до тех пор, пока она не напрягает себя слишком сильно. Не звучит, это так, как будто она готова к любому виду боя. Извини. Мне не стоило говорить. Не похоже на то, что Мила... Ну, Миле поможет это, чтобы боль была меньше. Спасибо за объяснение. Мы будем играть ведущую роль некоторое время и дадим Миле время отдохнуть. Ну, до тех пор, пока я на поле боя, я обязательно помогу. Да, спасибо вам двое. Да, Мила вечно будет, точнее, Мила терпит адовую боль и будет терпеть. Да, должен признать, тут круто, хорошо. Следующий скит. У нас сегодня день скитов прямо. Элиз, а какая у тебя мечта, когда ты станешь как взрослый? Чем хочешь заняться? Ну, я... Элли не хочет взрослеть. Вечная Лоли. Кое-кто будет рад. Это еще почему? Потому что, если я вырасту, люди будут смеяться надо мной, то, что я держу Типо. Да мы не будем смеяться, в конце концов, типа же твой лучший друг, Элис. Именно, вперед, расти! Тебе не о чем беспокоиться. Серьезно? Серьезно, серьезно? Как же хорошо, Элли! Теперь ты можешь вырасти и выйти замуж, как хотела. Эй, секрет, не говори. И на кого ты хочешь... И за кого ты хочешь выйти замуж? Педофилы, сраные. серьезно. Это уже слишком. Ну, смотрите, они просто сейчас сказали напрямую. Не на кого. Я убежала.
Когда я вижу такой закат, не могу ничего поделать, как думать о ужине. А скоро мы будем есть? Блин, это был забавный скет. Записка Леи. Мила. Нет. Ту записку, что ты дала Миле. Чё всё это значит? Что там? Ну это... Это купон, короче. Купон? Почему? Не имеет значения. Ну просто забей. Лея, что это за записка, что Лея тебе дала это? Это записка, ну это как бы... Это купоны. Да-да, это бесплатный купон, конечно, массаж. Возможно, я один использую прямо сейчас. Хорошо-хорошо, сейчас сделаю. Госпожа клиент, вы сегодня действительно очень напряжена. Что, правда? Ай-яй-яй. А массаж? Это не так уж и плохо. А то. Слушайте, что с твоими двумя вообще происходит? Они влюбились друг в дружку. Да блин, сколько можно? Сегодня весь стрим с китом прям посвящен. Так. Это, конечно, будет та еще заноза в заднице, но лучше попытаться вырезать. Порезать это письмо. Посмотрим. Арвин, мата тегами кайтеру. Написать все-таки тогда почему? Ладно. Смотри, Алвин пишет другое письмо. Хайке, тенсетсфуму фуки овари. 冷静も安定した今日この頃、いかがお過ごしでしょうか? Моя дорогая, теперь, когда мы промеж сезона и последнее расцветание уже случилось, и духовный климат уже, скажем так, осел. Мои мысли лишь о тебе. Настрочить письмо. Ну, и там есть еще вырезать. Ну ладно. Так формально. Он что, девушке пишет, что ли? Кстати говоря, Джуд, я тут вспомнил. Как это так случилось, что ты мне ни одного письма из Илфана не послал? Потому что Элли, я... Ты же не знал, что тебе написать. Ты... Всегда о всяких глупостях любишь говорить, и только о себе. И кроме того, на твоем почерком еще нужно поработать. Жестоко. Ты так поступил со мной, еще имеешь наглость жаловаться? Да, но я едва могу расшифровать твои каракули. Так сильно дергать ручку на бумаге, это заставляет ее прослезиться. Разорваться. Ну, может быть, это я просто тебя копирую, а? Может быть, я тебя просто скопирую. Твои...
очень маленькие... жимнянные, скажем так, буквы. Как будто из какого-нибудь дневника маленькой девочки. Жестко. А что, парню нельзя так писать, что ли, аккуратно? Это сексизм. Я не сексично, сексично, господи. Просто все так и есть. Господи, ты только что это доказала. Понто, тегами но нета не комаранай яцера да. Да, никогда не закончу писать письма до тех пор, пока эти люди вокруг. Привет, Гремлин. И тебе, Хэллоуина. Ой, фу. Короче, холодно. Ладно, все, скиты вроде бы закончились. Так, мы встретим тут монстра, который там говорили. Лордов что-то там. Еще один. Ох, моя спина. Спина болит. А хочешь, я тебе сделаю небольшой терапевтический массаж. Короче, лечебный массаж. Ух, так добро с твоей стороны. Аммари тошиори о амаякасу на те. Эй. Не лелей так... у стариков. Ч, пацан. Это никогда не заканчивается хорошо. Да, но ему ж больно. Я благодарю тебя за сочувствие, Джуд, но боюсь, твои руки будут недостаточно сильными. Возможно, массаж от... брачной... короче, от молодой, от сильной молодой девушки... будет намного более эффективным. Ватошко? Блюдок, да, Фил. Ты обо мне? Ну, если у меня были бы четверо великих, то я бы сделала так, чтобы Ифрит искупал твою спину в его пламени. Чтобы увеличить этот, как его, поток крови. А потом гном сделает тряску вниз по твоему позвоночнику, чтобы его очистить сверху. Хотя я думаю, что большинство из этого я могу сделать и со своим собственным искусством. Давай, вперед! Покажи мне, где болит. Все, уже все нормально, серьезно, господи. Просто такие боли являются старыми друзьями таких... людей в моем, как я в моем возрасте. Так что все, вперед, погнали. Эй, что, а что, массаж больше не хочешь, что ли? На. Видишь? Mm. Да. Больше никаких... короче, угождений не будем его баловать. Беги, старик, а то она... да, вылечит до смерти. Интересный массаж. Надо попробовать.
お嬢さん方、休憩しなくて平気か？А, девочки, вы нормально себя чувствуете? Никому из вас не нужен перерывчик? Да, все хорошо, Тейс. Арбин-кун, ты кисаку-дайо, не? Йохэ-те, мото куай имейзу датта кэдо. Арбин-кун, а ты очень дружелюбный. Я думала, что наемники должны быть более грубыми и страшными. Хонто ни имейзи да на. Ташка ни ябай яцу мо иру кэдо. Это все стереотипы просто. Хотя действительно некоторые есть такие. Про но Йохэва, мимото га фташка на пун, хитоатари я синьоу га дайчи нан да зэ. Настоящий профессионал, у него хорошие манеры и доброе поведение. Для того, чтобы компенсировать, короче, темную работу, которую занимается. Я думаю, что... Вот как, понятно, значит, Алвин-кун будет еще хуже... нет. Был бы еще хуже, если бы был бы грубым... ровно так же, как и хитрым. На, соуюкото. Ну, наверное. Типа, но хитрые хацген не укоранай Арбин-кун, ты... Хонто сугой, йо! Воу. Это действительно круто, раз ты можешь позволять другим так комментировать тебя, такие вещи говорить про тебя, как будто прошлись катком по тебе. Алло? Алвин-кун. Тошишта ни кунзуке де ёбарете мо, зэн-зэн кини шинай ё. Ну, меня же не волнует тот факт, как меня называет эта мягкая игрушка. Ну, вообще-то, просто его... Он называет его Алвин-кун. Ну, ладно. Слишком прямолинейно. Господи, да мы сегодня, походу, реально у нас стрим с китов, ребят. Элис, ты невероятно в духовном канале. Твой гейт, наверное, гораздо более развит, чем обычно. Это не так. О, господи. А то ты бы сам хотел, чтобы твои были таким же. Таким же, верно, Алвин? Хотя нет. А то Алвин, наверное, тоже бы хотел, чтобы у него было такое. А то. Мана умидасу гейто но цуёса ва сэйрэй джусуши ни ичиван хицуёу на сайноу да мон на. Наверное, очень прекрасно иметь такой сильный мана гейт. Думаю, я действительно не особо задумывалась ранее об том, как использую этот духовный канал, что связывает меня с духами. Соно гейто тте доко ни ару ка шиттэру ка? Ноу но ичи бубун нан да зе. Ну, тебе стоит, поскольку манагейт находится внутри твоих мозгов. Что? Токи-токи сэйрэйо мана то иссё ни гейто мо табечау раши. Привет, Эндрю. Я слышал, что иногда духи могут помочь с куском мозга. Короче, могут сожрать.
кусочек мозга вместе с маной. 精霊術を使いすぎると いつの間にか頭の中が空っぽになって。Поэтому не слишком много используй этот канал. Иначе твой маленький, твоя маленькая, твой маленький череп в конечном итоге может остаться пустым, как кокос. Я не хочу, чтобы это случилось. Алвин, перестань ее пугать так. Ты ж ублюдок, он просто ее испугал. Привет, Айфокс. Макутама. Так. Ну, вроде бы скиты закончились. И что-то у нас другое. Что происходит? А вот и вы! What? Мия-сама, その姿、再び立ち上がることができたのですね。Мила сама, это чудо, вы снова идете, ходите. Ивару? Ивару? Что? Что такое? Кто? Ну кто? Ну, Индрим. Ну, думаю, что да, в ней довольно необычный, скажем так, геймплей, довольно интересный. Я его с удовольствием прошел несколько раз, и один раз это было на стриме. И жду очень сильно вторую часть, так что со хорошим скидоном возьми. Думаю, не пожалеешь. Хотя она и так дешевая даже. Так что она, думаю, стоит, да. Я лично советую. Айфокси. Буду. Как меня уже спрашивали, по-моему, человек уже вагон и маленькая тележка. Буду. Обязательно. Но не японскую версию. Так, кто это парень? Ну, слуга Мила. Мила-сама, ашига наотта ноде ареба, зехи мура э омодори кудасай. Мила-сама, теперь, когда вы снова встали на ноги и можете двигаться, вам стоит вернуться обратно в деревню, пожалуйста. Мила-сама, если с вами что-то снова случится, то я даже не знаю, что мне делать. У меня кое-какие дела в Илфане сейчас. Я пока что не могу вернуться. Тогда позвольте мне составить компанию. В этом нет необходимости. У меня уже есть нужная помощь. Но все же... Вы что, с этими людьми, что ли? Эти люди, Джуд, Лея, тут все остальные... помогли мне снова ходить. Так что им можно довериться. Джудо. Шут опять. Его бомбит. Лея десу. А как бы я Лея... Нанка, куай хито да не. Слушай, он... какой-то страшный, немного пугающий. Мила-сама, у него проблемы с головой. Но я должен сказать тебе спасибо за то, что сдержал обещание, и госпожа Мила снова на ногах. Ну, я же все-таки пообещал, что Мила снова сможет ходить. Как ты смеешь говорить, что это чудо случилось благодаря тебе? Это все благодаря... Ублюдок. Благородные силы Милы. Ксо! Урега наусу хаздатта но ни!
Дерьмо! Это должен был я ее исцелить. Гоме. Извини. Суда. Аямаре, нисемоно. Аямате, синдешмае. Точно. Проси прощения, ты ничтожество. Искупи свои, господи, грехи. Нисемоно, деска? А чё несёт вообще? Дзюдо-сан но сириай но ката-гата ва араиру ими де косэйтеки десу не. Ну, похоже, Джуд является довольно эксцентричным человеком. У него довольно очень много уникальных знакомых. Ивару! Омае ни ва даижина мэ о атаэта хазу да. Да, действительно, может ему действительно еще раз морду набить. Ивар, я тебе уже дала очень важное задание. Почему ты тут? Я не забуду о том, что должен защищать деревню. И тот предмет, что вы мне доверили, я обязательно его спрячу в каком-нибудь безопасном месте. Да, но однако в последнее время я начал получать кое-что. Максвелл находится в большой опасности. Ты должен ее спасти. Как только я это получил, я сразу направился к вам, направился догонять вас, госпожа Мила. И кто же это написал? Интересно. Ну, в любом случае, это все ошибка. Как ты видишь, я в прекрасном с... Беги, Ивар! Ура, он получил по морде. Ну, или Пойд, он вчера уже откусил. Точнее, немного попробовал на вкус голову Роуэна. Нет, Ниблер, нам про него говорили и сказали, что, возможно, он будет спокойным и не нападет. Ну, окей, оказалось, что он неспокойный все же. Так что мы знали об этом еще, когда вышли из порта, и тебя не было. Так этого не надо. Мила! Let's go!
Маленькие ублюдки. Масса. 12 КХП и 3000. Неплохо, 3 минуты. На этого мини-босса. Ты же говорил, что он к нам не приблизится и не нападет на нас, потому что сейчас мы находимся между сезонами Солом и Рагном. Ну, вообще-то так и должно было быть. Неужели? Сидай-сама га осгата о кеста сейде. С исчезновением четырех великих духов спиритический климат также перестал меняться. Сорежа. Духовный климат. Файзабаду Шоуя укоете Ильфан не икно. Замечательно. Тогда как же мы пройдем через дорогу Фэсбел в Ильфан? Через болото Фэсбел. Файзабаду Шоуя. Пройти через болото Фэзбол? Фазубол. Вы чё, с ума сошли, что ли? Только на Вивернах можно достичь Ильфана в данный момент. Но, к счастью, я, как слуга Леди Милы, могу помочь с этим. Ты что, знаешь путь попасть туда? У меня есть виверна, что слушает только меня. И я с радостью вместе с Милой направлюсь в Ильфан. Ивар, а другого пути нет? Ну, как бы... Так все-таки есть, да? Говори. В Шанду есть один клан, что могут, смогли приручить монстров. И они выросли виверн. Похоже, это и есть наша следующая остановка. Тогда направляемся в Сянду. Ивар, ты спас нас. Спасибо. Ивар? Ру. Ну, пошли, да? Ну да. Ah!
оно, несе мономе! А это ублюдок! Ух, них. Ану торива, тегами о тутокета. Нани монада? Этот голубь, что принес мне письмо. Попался. Там мозга нету, что там задевать? Мира га Йондай Сэйрэй о скуан то суру токи, каназу омае но моцу каги га хицуё то нару. Когда Мила будет спасать четырех великих духов, ей понадобится ключ, что находится у тебя. Джудо ни маке цузукеру но мо ии даро. Дага, моси мо кацитай то омоу нара. Это будет твоим шансом, скажем так, одолеть Джудо раз и навсегда. Сугино реннаку о мате. Соно токи косо, омае га Йондай Сэйрэй о кайхо сасе, шин но шоуса то нару. Жди до тех пор, пока я свяжусь снова с тобой. Ты сможешь помочь в освобождении четырех великих и стать истинным любимчиком госпожи Мила. Хе-хе-хе, в этот раз у тебя ничего не получится, говнарь. Букага, очень страшно. Прям очень страшно. А мы действительно пойдем покатаемся на вивернах. Виверна звучит страшно. Блин, мы бы уже были в Вилфане, если бы не скиты, кстати. В Ксяндю бы попали бы еще час назад. Ладно, давайте небольшой перерыв устроим.